Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня мы с вами сделаем небольшой расклад, и мы сегодня с вами посмотрим на такую тему, как «Какая большая радость ворвется в вашу жизнь?». То есть, какое событие вас порадует? Что вот должно такое произойти, что вас порадует? Вот как раз мы сегодня с вами посмотрим. Итак, как обычно, будет три варианта ответа. Убираем первый вариант, второй вариант и третий. Задайте про себя вопрос, и мы с вами посмотрим. То есть, какая радость ворвется в вашу жизнь? Что вот должно произойти, что вас безумно порадует? Я думаю, что каждый из вас определился, каждый выбрал свой вариант. Давайте теперь смотреть. Итак, смотрим первый вариант. Какие-то у вас судьбоносные изменения идут. Либо встреча с человеком, которую, знаете, как очень долго ждете, да? Либо какая-то новость, безумная прям новость, которая все изменит в вашей жизни. Либо человек приедет, которого очень долго ждете, и такой тоже момент просматривается. То есть у вас идут очень быстрые какие-то такие судьбоносные перемены, изменения, которые очень сильно повлияют вот на вашу жизнь как раз, которые принесут вам радость. То есть, знаете, как вам прям вот несут вот эту вашу радость. Сейчас мы с вами еще раскроем. Прям очень-очень кто-то торопится вам что-то принести, какую-то приятную новость. Прям кто-то очень сильно торопится. Кто-то издалека. Возможно, что где вы устали ждать, где уже не надеетесь. Знаете, как идет такая ситуация, где вы уже вот в том позиции, в том деле, в котором вы уже отчаялись, вот как раз в этом направлении у вас будет ожидать удача. Это может быть связано с дальней поездкой. То есть, если вы хотели переехать, куда-то уехать, да, там какую-то, может быть, командировку, там, либо какую-то дальнюю дорогу постоянно срывалось, то это принесет радость, однозначно у вас получится. Возможно, что идет получение больших финансовых именно денежных поступлений. То есть это может быть поднимут зарплату, это могут быть какие-то выигрыши, это могут вам вернуть долг, это может получиться с кредитом, если вы оформляли, но у вас никак не получалось, да, там, ну, деньги получить на какую-то покупку. Либо, предположим, идет еще такая ситуация, что вы долго-долго там собирали и, ну, там, на какую-то покупку, да, и потом выясняется, как бы решается у вас вопрос, что вы, в принципе, спокойно можете уже что-то приобрести. То есть очень крупная покупка идет, что тоже безумно будет радовать вас. И, наконец, меняется ситуация, когда вы, если, вот, знаете, как вот ожидали вот какого-то момента, вы знаете, такого самого-самого значимого, то есть вот какой-то вот такой ситуации, там, ну, может быть, на собеседовании, вот ждали, когда вас пригласят, да, либо когда вот начнется старт чего-то, либо изменение чего-то, какой-то ситуации, то вот как раз именно этот момент вот сейчас и наступает, понимаете, то есть вот они прям перемены несутся вперед, как говорится, да, чтобы вам побыстрее уже принести вашу радость на блюдечки, соответственно, чтобы у вас уже все вот, знаете, поменялось именно к лучшему, потому что идет прям очень такой вот комфорт, такое состояние, знаете, вот активности, изменений, получения больших ресурсов, и не только финансовых, но и каких-то эмоциональных, которые вас действительно будут радовать. Поэтому здесь, как говорится, осталось вам недолго ждать, да, вот этих событий, то, что в скором времени у вас все поменяется. Вот у вас так. Так, это был первый вариант. Смотрим второй вариант. А у вас, знаете, идет именно такой момент, что наконец начинается старт чего-то. То есть, если вы хотели запустить там свой бизнес, да, там, либо устроиться на работу, то вот как раз сейчас начинается старт. То есть начинается уже движение в ваших вопросах. Там, предположим, там тоже вот очень долго ждали, там, либо уже не надеялись. Либо еще может быть, знаете, такая ситуация, что неожиданно. То есть еще как бы были сомнения, сомневались, переживали, а потом раз и все получилось. Да? То есть раз и уже, как говорится, пошло как по маслу. Вот у вас идет так. И это как раз принесет вам очень большую радость. Именно то, что у вас начинается движение, начинается изменение.
Да, у вас здесь, знаете, как вот, вот оно все-таки, ваше движение присутствует. И здесь идет такая линия, что вы вот не надеялись на что-то. То есть вы уже отчаялись, вы уже устали ждать, вы уже устали надеяться, либо на кого-то надеяться, и вдруг идет прорыв. Вот у вас большая радость – это то, что будет очень серьезный прорыв в каком-то одном деле конкретном. И начинается вот это бурное движение, то есть начинаются уже активные действия, благодаря которым вы очень удачно решите какой-то вот самый глобальный и важный вопрос. То есть важный вопрос для каждого может быть свой, да, то есть у кого-то там отношения, знаете, как долго мучились, маялись, а что мне делать, а потом раз и прорыв. То есть отношения меняются, соответственно, уже идет процесс изменения. То же самое касается каких-то рабочих моментов, бизнеса, да, то есть вы, наконец, сможете определиться и сделать шаг вперед вот на изменение своей судьбы. И у вас это будет получаться достаточно легко. То есть вы, знаете, как вот сбросите себя вот этот груз проблем, вот этот груз неприятностей, который вы тащили очень долгое там, время, да, то есть тащили очень долгий период времени. Вы себя снимаете полностью этот груз, у вас идет просветление вашей жизни, открытие возможностей, открытие дорог, и вы начинаете движение вперед. То есть вы начинаете уже в процессе меняться сами, менять свою судьбу, менять свои позиции, благодаря чему у вас все налаживается. То есть идет именно такая линия. И вы уже начинаете, знаете, такой вот хороший старт, и причем с таким вот рвением, и вот останавливаться вы не будете, понимаете? То есть вы будете прям вот целенаправленно уже, чтобы вот получить свою цель, да, то есть достичь то, к чему стремились, и особенно в чем уже отчаялись. Ну, вот у вас так. Так, это кто выбрал второй вариант, и смотрим третий. А у вас вообще идут перемены, достаточно серьезные, кардинальные перемены, которые очень сильно повлияют именно на то, что в вашей жизни вообще все перевернется. Вот идет именно такая линия. Сейчас посмотрим. Вот идет такая линия. Да. Вот смотрите, у вас идет именно такая позиция, что с одной стороны, спокойная жизнь закончилась. Но это не значит, что все будет плохо, да? То есть нет, у вас радость идет такая, что первое, у кого-то будет рождение ребенка. Однозначно, у кого-то будет либо беременность, либо рождение ребенка. Здесь это однозначно. Может быть, это долгожданная, да, беременность, и наконец вот свершилось. А также покупка машины, покупка автомобиля, либо изменение, знаете, вот может быть, захотели поменять место жительства, да, и как-то у вас это все спонтанно получилось. То есть такая линия тоже просматривается. То есть здесь это, в принципе, может быть такой момент. А у вас также идет, знаете, вот принесет тут большую радость именно то, что вот какую-то идею вы очень долго вынашивали, да, то есть, ну, может быть, вы боялись рискнуть, боялись рисковать в чем-то. А вот именно сейчас вы решили вот рискнуть, да, сделать что-то, вот какой-то шаг, который приведет вас к успеху. То есть вы очень терпеливо вынашивали какую-то такую очень хорошую идею, кстати, очень хорошую идею. И вот именно сейчас больше, знаете, как вот посчастливится вот такой вот случай, да, вот такая вот ситуация, когда раз и у вас получилось все, когда раз и идет ситуация на улучшение, когда вы действительно вот меняете процесс, у вас вообще меняется жизнь, понимаете? То есть настолько меняется жизнь, что уже вот что-то привычное для вас, а там старое, прошлое, оно уже не будет. У вас все в жизни новое идет. Совершенно новые. Это новые отношения, работа, бизнес, там, да, то есть вот что-то новое ворвется в вашу жизнь, что поменяется все, но это поменяется к лучшему. То есть у вас идет оживление в жизни. Может быть, у вас, знаете, как вот были дни одно и то же, ни туда, ни сюда, то здесь как раз идет прорыв и идет изменение. То есть вот это обновление в вашей судьбе переворачивает все, и вы получаете уже вот огромную радость, что наконец у вас пошел процесс какой-то в жизни, понимаете, то есть в каком-то деле, какой-то ситуации, либо вообще в жизни. Поэтому здесь и вас это будет полностью радовать. Вот идет так. Это вот кто выбрал третий вариант. Вот такой вот у нас с вами получился расклад.
Я вам всем желаю, чтобы любые ваши действия и любые ваши шаги всегда вам приносили радость. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока!